Приветствую, камрады. Благодарю за 10 миллионов просмотров, комментарии, адекватную критику и вопросы, на которые отвечу в этом видео. В конце выложу небольшой ролик бэкстейдж со съемок «Холодца». Первое. Самый частый комментарий. Требую продолжения. Ребят, от меня не надо ничего требовать. Желание снять новую работу не меньше вашего. Материала целая книга. Новый фильм будет. И даст Бог не один. В работе полный метр и сериал. И опять, похоже, буду снимать на свои, как в прошлый раз. Благодарю всех, кто хочет поддержать дальнейший проект. Это громадная, в первую очередь, психологическая поддержка для меня. Но принять средства от вас – это расписаться в очевидном успехе будущей работы. А такой уверенности у меня нет. Одно дело снять на свои и выложить на канале. А другое дело – это снять на чужие и оправдываться за то, что фильм не зашел или не оправдал ожидания. Если бы YouTube не отменил монетизацию, то съемочные затраты бы оправдались. Сейчас же схема реализации нового проекта будет прежней. Я дописываю еще один сборник рассказов, выпускаю в продажу и на эти деньги экранизирую один из них. Как, собственно, и получилось с «Холодцом». Вначале было слово. Поэтому отдельно хочу поблагодарить тех, кто заказал книгу, кто приобрел ее, тем самым подарил возможность всем остальным увидеть экранизированный из нее рассказ. Тем, кто читать не хочет, но желает помочь проекту, предлагаю следующее. Если вам понравился «Холодец», то можете отблагодарить именно за него. Не в счет будущей работы. Как билет в кинотеатр. Реквизиты я закреплю в комментариях. И переслать это видео вашим единомышленникам, которым тоже понравился фильм. Все средства пойдут на реализацию последующей работы, которой, собственно, планирую приступить уже осенью. Второе. Участились гневные письма на почту, за что меня заблокировали. Отвечаю, предлагаю разобраться. Прошу прислать отзыв. Читаю. Аня, все правильно заблокировал. У бабки рожа Дукалиса, опять этот мастер спорта Бадюк, фильм про алкашей, что теперь шедевр. К комментариям типа «шедевр» я сам отношусь скептически. Это не кокетство. Я сам себе лютый критик. Но блевать в комментариях относительно творческой группы сразу бан. Альбина Степановна умерла. И соглашалась на съемки уже больной. Я приезжал к ней в однушку, там рядом с кроватью стоял табурет с горой лекарств. А за стенкой сосед второй месяц изводил старуху перфоратором. Но она согласилась сняться. И сделала это кино. Серега Бадюк ни копейки не взял за съемки. Более того, сам на своей машине забирал съемочную группу и развозил обратно после работы. И мне плевать, какой он спортсмен. Но те из вас, кто пишет о его несостоятельности, скажу одно. Кто из комментаторов похвастает, что построил спортивную площадку и объединил людей в выходные дни бесплатной физкультуры и чаепития? И да, перестаньте рядить его в мусульмане из-за головного убора в фильме. Это не тюбетейка. Я очень уважительно отношусь к любой религии и никогда не опущусь до осквернения, да и пошлости в целом. Истерики, которые пишут, что просмотры накручены, и комментарии кидают мои друзья. Существует множество программ аналитиков, где пробить видео на честность не составит большого труда. Так вам лень. Фильм я выкладывал даже без рекламы, чтобы понять, как мое творчество воспримет аудитория. И стоит ли мне вообще этим заниматься? Там даже обложки нет. Кадр рандомно предложил YouTube. В бан также летят все указывающие на кондиционеры, профлисты, фасон кепки и знатоки сальтисонов и зельцев. Читаем описание. Это не кулинарное шоу. А это дебют на собственные средства. Следующее. Не приписывайте мне заимствование у ДМБ национальности, эти охоты там, особенности. Я не против этих работ. Но мой эталон – это Ильф с Петровым. Прописанное имя однажды Бендера
никому еще не удалось переплюнуть. А было это задолго до тех работ. На возражение о диалогах, что люди так в жизни не разговаривают, отвечу фразой из Стругацких. Я открыл было рот, но тут представил себе, в какие дебри нам придется забираться. Как трудно будет объяснить, что такое метафоры, иносказания, гипербола и просто ругань. И зачем все это нужно? И какую роль здесь играют воспитание, привычки, степень развитости языка, эмоции, вкус к слову, начитанность и общекультурный уровень. Чувство юмора, такт, и что такое юмор, и что такое такт. И представив себе все это, я ужаснулся и горячо сказал: вы совершенно правы, Федя. Адептам ЗОЖа, которые видят в пропаганде, в фильме пропаганду алкоголя и табакокурения. Я ежегодно встречаюсь с другом, с которым мы воевали 30 лет назад. Я всегда жду эту встречу. И редкий алкоголь в разумных количествах делает эту встречу душевнее. Мы выпиваем дома, поминаем усопших и вспоминаем и разговариваем до утра. Мы не валим на стриптиз или бить рожи прохожим. Это другое. Пересмотрите «Белорусский вокзал». Пусть мне покажут киноделы, который воевал и снял про ветеранов, которые сидят, закусывают зеленой гречкой молочный улун после совместного фитнеса. Фильм создан и посвящен моим друзьям и выложен у меня на канале. И под ним нет призыва к разбору картины. Мои деньги, мой фильм, мой канал, мое видение дружбы, гуманизма и милосердия. Коллегам по цеху. Тут один авторитетный от кино «Анус» лезла в каждый одобрительный комментарий с истерикой, что таких, как я, она бы близко не подпустила к камере. Кстати, человек даже где-то преподает. Предлагаю, прежде чем клеймить бездарностью, присылайте свои работы или своих талантливых учеников, которые, вывалившись из мамки, сразу собрали кубик Рубика. Но их нет. И аудитории нет. Нет даже того, чтобы вы сняли, что можно было бы хейтить. Поэтому проще, конечно, здесь зайти, навалить под дверь и потом возмущаться, а почему меня удалили. Я буду продолжать снимать так, как считаю нужным. Так, как я вижу. Картины Рафаэля, несомненно, талантливы, но меня больше трогают рисунки отца Конан Дойля в период его пребывания в психушке. В одном она права, я не профессиональный актер. Но в силу того, что из-за ковида слетел актер для роли Леонида, я решил играть сам. Мой рассказ. Я играл самого себя. Поэтому говорить о неестественности неуместно. Я вижу все косяки по свету, по звуку, где просели диалоги, затянуты. Но также буду и расти и в актерском мастерстве. Товстоногов однажды сказал: художник должен гражданственно жить в своем обществе. Без этого никакое профессиональное мастерство не помогут, и умение, и талант. Если мне пишет человек, показавший своей 80-летней маме фильм, и та смеялась, пересматривая его, то для меня это ценнее, чем ваши оценки и критика. Потому что кино должно быть народным, а не для оценки Минкульта или каких-то мэтров. Дополню из Юлиуса. Особенно часто хвалят самые кроткие, здоровые и умные люди, а ущербные и глупые хвалят редко и мало. Хороший критик найдет, что похвалить в несовершенной книге. Плохой же вычеркнет из литературы одну книгу за другой. Здоровый и доброжелательный человек найдет, за что похвалить самую скромную еду, даже если он привык к изысканной. Больной и сноб найдет же недостатки в любом угощении. От себя добавлю, что если я решаю прочесть или посмотреть книгу или фильм, рекомендованный мне друзьями, и он мне не понравился с первых минут или с первой страницы, я прекращаю и смотрю и читаю следующий. Без дерьма в отзывах автору. Потому что любая книга, любой фильм – это труд, это работа. Кстати, уверен, если было бы за комментарий нужно было бы заплатить там те же 50 рублей, вы бы вряд ли бы написали свое мнение. Поэтому нахер следокола.
Последнее. Любителям шуток о том, как не повезло бы жене Вагина. Вага – это вес на старорусском. Учите родной язык, расширяйте эрудицию и будьте ответственны взрослыми. Кстати, комментарии к фильму читает и моя малолетняя дочь. По поводу ролика «Скучно живем». Также на почту пошли жалобы, что размещают его на сторонних пабликах с указанием «Холодец 2» и прикрепляют ссылку с переходом на рекламу какой-то ереси. Не ведитесь, ребят. Анонс будущих работ будет только на моих официальных пабликах. Здесь или на телеграм-канале. Кстати, подписывайтесь, ссылку тоже оставлю. Там информации больше. Бог с ними, с критиками. Хочу поблагодарить еще раз всех неравнодушных. Ставим лайк фильму, пересылаем видео это друзьям, подписываемся на телеграм-канал и заказываем книгу. В ней вы, кстати, найдете сюжеты о не менее угарных персонажах. «Холодец» – только один рассказ. Кстати, идут переговоры об экранизации рассказов о коммуналке, но пока не до этого. Отдельная просьба, кстати, поставить оценку фильму на Кинопоиске. Реквизиты поддержки я оставлю в закрепленном комментарии под этим видео. И спасибо вам всем, друзья. Честно, огромное спасибо. Дай вам Бог. Продолжаем возрождать народное кино. Акимовна? Господи, вы что удумали, это черти? Стоп! Оп, хороший, да? Хорошо? Нормально. Смотри, сейчас, подожди. Мне вот эти нравятся. Вот эти вот очень клевые. Ну, до этого у нас не будет вдвоем. Ой, хорошо. А можно? Оп. Конечно. Это я. Это я. Стареешь. Вот после фразы стареешь. Да. Мотор идет. Камера, да? Пошли. Ну, раз сюда смутили только ребра. Я думаю, стоп, все, ребят, это было. Какой первый был это? Второй. Что, друзья, с натурой закончили? Ну, получается, что так. Второй дубль. Второй. Замечательно. Дубль два. Да. Добро пожаловать in the house. Ставлюсь на кухню. Yes. Давай. Заходим в дом. Очень хорошо, ребят. Почему-то ты начал дымить, и у меня затрясся этот. И все, перестал трястись. Холодильник? Нет, этот Жуюн затрясся, короче, перестал дымить, и он перестал. Радио, вот эта штука. Слушай, что-то ухо закладывается. Давление, да? Я потом у Кати все соберу, что я куда пью. Единственный, кто у нас сегодня на бэкстейдж. Все, ребятки, готовы, да? Да. Ну, камера, да? Мотор идет сейчас удлиняется. Слушай, да, удлиняемся. Да, чуть-чуть. А, ну все. А он над ней должен сейчас стоять. Да, он уже к ней подошел, да. Потому что там уже подходил. Так, не низко, нет, убрать стол. То да, нормально все. Да. И трясем. А что его знобит-то? Стоп. Стоп. Еще разочек. Банка хорошо встала. Сейчас мы ее поставим прямо в кадре. Прямо в это место. Мотор идет. Мотор идет. Камера, да. Поехали. Бам. Да, много не надо. Он остался какой-то. Мы снимаем сейчас бомбу. Будет круто, смотрите. Какой такой? Бомба. О, да, дядя. Да возьми оттуда. Пушка. Вот, где этот холодос? Где холодильник? Большой. Давайте. Мотор идет, камера, да? Поехали. Вадим. Если ты вдруг умрешь, знай, не будет скучно без тебя.
Стоп. Стоп. Там Данил все набул вообще берется, но он там не сильно не тронул. Ну почему бы это опасно сделать? Где были здесь этого? Леша, объявляй. Смена окончена? Смена окончена. Спасибо, друзья мои. Ура! 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 Да. Выключил сначала все это аккуратно. Это я все выключил сам. Алекс. Данька. Давайте заберу вас микрофон. Даня, да. Ты сейчас сразу на бух на слив. Возьми у Димы, ладно? А я пока свет включу. Спасибо большое. Вообще. Всем спасибо за терпение, за понимание, за... Да ты вообще молодец. Просто вообще. Да и вообще вы просто молодцы. Это ты молодец, мама. На нам вообще повезло, что на самом деле. Спасибо за сегодняшний день, на самом деле. За вчерашний. Майский ремень, правильно. Это очень хорошо. Главное, преодолели. Мы тобой бахнули больше, чем за экватор, понимаешь? Мы ебнули сегодня так, что я... Мы реально больше, чем... А сколько нас попало? Да, конечно. Даня, можно? А я сама сейчас подожди, я лайтушку у вас подразверну. Там, ща, ребятки, ща, котики. Ща, вот там вот эту сторону все посвет. Катюк, сейчас свет когда уйдет. Вот, мы... хорошо. Ага, начнем холодильники переставлять. Начнем переставлять. Так, я пойду там. Мне побольше нужен. Раз, полтора. Не знаю. Видите, даже такой будет, будет дребить. Так, сейчас чуть пообщаем, чтобы эту лампочку. Нормально. Обстановочку. Я двинусь, собираем тебя, да, Тимоску? Да, мой хороший, все, сейчас гасим с тобой, все, что можно гасить. Все, Коль как раз баню затопил по-черному, ребят, так что, в принципе, раздевайтесь, пошли. Да, да. Уф! 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 Асюнчик, да, у меня к тебе просьба, ты сможешь, если что, прям по камере все да, конечно, разложить? Я сейчас все буду раскладывать. Of course, of course. Я со светом разгребаться буду.